Привет всем высшим, и да, мы продолжаем проходить пески из Эльзаара, и в прошлый раз мы начали с того, что сразились на турнире и поддержали правителя Дакон. В общем, да, нажили, конечно, себе врагов, но в любом случае мы сделали свой выбор. Также мы спасали заложников в месте, где преобладает фракция Назир, и что сказать, ребята действительно интересные, тут есть и всадники, и единые маги, да и даже клирики. И что самое главное, на их прокачку тратится не так много ресурсов. А это, пожалуй, самое важное. И в целом, да, может быть, в следующий раз я начну кампанию именно с этими ребятами. Но кто знает. Что ж, а тем временем мы продолжаем свое путешествие, прокачивая фракцию Дакон. Ну как прокачиваем, скорее пытаемся завоевать ее репутацию. Также у нас собрался небольшой отряд и, конечно же, герой, которого мы нашли в прошлый раз. Так, а нам нужно тем временем зайти в деревню, чтобы набрать себе больше живого мяса. Потому что что-то как-то откидываются наши ребята довольно часто. Так, и кого нам предлагает Дакон Янгстер? Тут идет разделение на мужчин и женщин. Женщины становятся лучниками, а мужчины уже воинами или магами. Так, и кто это у нас в итоге? Ага, это дамы. А если это у нас дамы, то значит мы можем сделать их арбалетчицами. Что вполне себе неплохо. Также тут есть разный тип урона. Ну, точнее, как разный тип урона. В общем, они наносят разный урон по разной броне. Вот, например, маги у нас. Где у нас тут маги? Вот, есть маг. Давай его прокачаем и посмотрим, как вообще он будет наносить урон. Вот он наносит на 90% меньше по Fortified Armor. Это какая-то осадная броня или что-то в этом духе. А вот, например, вот это вот, ну, назовем ее лучницей, она наносит уже на сколько? 20% больше по кавалерии легкой. Что, в принципе, наверное, неплохо. Так, а эти у нас, получается, прокачиваются воинов. Давай тогда их попробуем прокачать. Вот один отряд. И вот еще один Дакон Спай. Так, и у нас остались еще вот такие вот вилджеры. Давай попробуем их тоже прокачать. И, как видишь, да, неплохо. У нас вполне себе сейчас такая вот эффективная живая сила. 3 отряда ближнего боя, 2 отряда дальнего боя и 1 отряд магов. Который, в принципе, тоже, как можно сказать, дальний бой. Так, и тут у нас бандитский лагерь. Давай попробуем на него напасть и посмотрим, что там вообще будет. Рекомендуется уровень 6. Так. Давай тогда попробуем напасть. Так, ребят, давайте нападайте. Герой сразу у нас ломится в атаку и, по сути, довольно быстро с ними справляется. Так, погоди-ка. То что... Смотри, как они бегают. Так, ладно, взрываем этих ребят. И что теперь? Пытаемся добить кого-то из них. Этого добили. В основном наш отряд, точнее наш герой, специализируется на добивании. И да, это бывает эффективно против одной цели, но против отрядов он, ну, совершенно беспомощен. Поэтому я надеюсь собрать еще каких-нибудь героев и уже этим как-то перевесить отношение силы в свою сторону. Так, погоди-ка. Ты что ты делаешь-то, божечки? Ну, да, они все разбегаются. Так, давай-ка сюда попробуем и вот сюда. Все, взрываем. Урон, конечно, действительно очень слабый по толпе. Так, да что ж ты будешь делать? Где у нас тут... Ах ты, посмотри, скотина, он почти добил нашего героя. Нет, не дам тебе добить, не дам. Так, этого убили. Этого тоже. Кто там остался еще? Лучники, раз лучник. Этого. Так, ну, слушай, я не думаю, что мне удастся ее спасти. Дакон Спай. Одного человека у нас убили только что. Так, ладно. Эх ты. Сейчас, погоди-ка. Успею. Спасти, да, успею. Так, да какой же ты живучий-то наемник. Да, это получается Armored Swordsman. То есть это как наемник он считается. Так, этого мы тоже покарали. Так, ты ж какой ты скотина жирный-то. Эх ты, промахнулся. Так, давай тогда к нему. Конечно, у меня копье слабое, первого уровня, но в дальнейшем, может быть, оно прокачается и станет сильнее, кто знает. Ну, давай посмотрим. Сейчас у нас
Эх ты, вот одного добить-то осталось-то. Ты ёлки-палки. Смотри, мы впятером пытаемся его завалить и... Вот буквально еле-еле. Так, а что нам дали? Iron Stone 28, немножко дерева. А сколько дерева? 27. Слушай, ну это значит, что мы можем прокачать один из своих отрядов. Так, у нас тут есть 4 из 5. 2 из 5, ёлы-палы. Как же вас сильно-то потрепали. Да, надо аккуратней, значит, теперь. Так, и вот этот вот янгстер. Блин, его бы прокачать, и тогда можно эти отряды соединить было бы. Ну ладно. Давай сейчас спустимся и посмотрим, что будет уже у нас там. Еще один лагерь бандитов. Да, но он еще не откатился. Видимо, мы уже на него нападали. Так, и что у нас будет здесь? Ага, лагерь бандитов. Ну, на него нападать надо, когда у нас будет, ну, хотя бы на один отряд больше. Так, давай тогда выручим вот этих вот крестьян. Так, да, да, помочь крестьянам. Отлично. Так, погоди-ка. Ребята, нападайте. Так, 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 так. Оп-оп-оп. Отлично. Давай сюда. И теперь взрыв. Ну-ну-ну, взрыв. Отлично. Так, я, конечно, не знаю, кто кидает вот это вот усиление, но оно очень даже эффективно. Я просто не помню, чтобы вот этот вот наш герой умел это делать. Хотя хрен ее знает, что она умеет. Вроде бы она что-то такое должна делать. Так, ну ладно, после этого посмотрим. После этой битвы. Так, то что ты опять разбегаются. Так, отлично. Этого не добили, поэтому умение не откатилось у нас. Так, этого добили. Этого почти добили, ёлки-палки, остался 1% буквально. Так, пара лучников. Еще один лучник. Да что ж ты убегаешь-то? Отлично. Так, вот у нас тут мечник есть. Блин, опять не добили. Так, ну, в общем-то, мы почти с ними справились и вроде бы как даже не понесли потери. Так, ты посмотри, как в разные стороны, главное, бегает еще. Так, этого мы забрали. И вот у нас еще тут пара человек осталось. Да, слушай, конечно, ей бы не помешала какая-то броня, потому что умирает она довольно быстро. Хотя у нее вроде бы как броня первого уровня, без всяких аксессуаров и прочего. Поэтому неудивительно. Да и сражается она в первых рядах. Так что, да. Странно, что она еще не умерла у нас. Так, смотри-ка, тут интересные вещи довольно нам дали. Так, и что? Спасибо тебе за твою... Самопожертвование. Твое самопожертвование. Ну, в общем, можем тогда в эту пещеру зайти. Там, кажется, у нас волки будут или какие-то еще твари. Ну, чаще всего обычно в этих пещерах обитают волки. Да, волки. Так, отлично. Но они довольно слабые, поэтому мы довольно быстро справляемся. Так, 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 так. Эх ты. Кто-то еще остался. Остался больше никого. Отлично. 30 монет и ресурсы. Ресурсы мне дали? Или никаких ресурсов? Dried meat. Ну, немножко мы получили еды. А это значит, что... Господи, боже мой, нам нужно еще больше людей. Раз такое дело... Да и наш отряд, как я говорил, он довольно быстро тратится и... Так, давай-ка попробуем прокачать. Так, смотри-ка... То есть, да, мы вот сейчас ее прокачиваем, и после этого мы можем ее... А, нет, не можем прокачать. Так, может быть, тогда просто ее преобразовать в опыт для этого отряда? И тогда мы могли бы сразу ее прокачать... А, нет, 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 не могли бы. Не хватает дерева. Не хватает дерева, елки-палки. Так, 2 из 5. Ну, да, тут больше никого не прокачать. Блин, нашему отряду бы восстановиться хоть как-то. А кто там выше? Ох ты, пустынные бандиты! Ну, давай сначала наймем еще людей себе, и тогда уже нападем на них. Так, Дакон Вилладжер. Да-да-да. Так, рекрутировали. Так, тише. А кто это вообще? Так, ну смотри, это получается еще один отряд воинов. Слушай, ну может быть у нас бы получилось как-то отправить их сразу вперед и уже за счет этого... покарать остальных. Ладно, давай тогда нападем. Так, ребят, нападайте, нападайте!
Так, ух ты ж, божечки! Какие они, оказывается. Так, да, ты ж. Взрыв, взрыв! Супер. Так, давай тогда быстренько попробуем расправиться с вот этим отрядом воинов, чтобы они уже не карали остальных. А лучники, это не столь опасно. По сравнению с тем, что представляют из себя вот эти вот наемники. Так, Desert Wanderer. Эх ты ж, божечки мой. Так, телепортируемся сюда. Взрыв у нас еще не готов. Поэтому придется как-то импровизировать. Так да что ж ты, божечки, ты делаешь-то? Ладно. Там вроде бы висят какие-то у нас проклятия, поэтому давай попробуем взорвать их. Эх ты, один только взорвался. Так, и в общем-то... Ну, слушай, пока вроде бы все неплохо. Так, нет, одного убили. Правда, я не увидел, кого именно. Но сейчас посмотрим. Так, ладно. Пара лучников. Да что ж ты... Стой. Отлично. Это все? Ну, смотри, лучники тут остались, конечно же, у нас. Блин, не добил. Да что ж ты будешь делать с ним? Так, ладно. И вот... Эх ты! Да что же... Эх, все, добили. Так, там кого-то еще эти скотины убили у нас. Так что придется нам восстанавливаться. Так, смотри, 75 монет и по ресурсам ничего. Господи, боже мой, сколько же я людей потерял? 3 из 5, 1 из 2, 3 из 5, 0 из 5. И что мне делать? А, то есть они полностью оглушены. Так, восстановить... А я не могу их восстановить. О боже, ладно, давай тогда прокачаем. Нет, 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 кип. Оставить. Так, вот у меня есть отряд дамочек. Ну, нет, я прокачать его не могу, мне не хватает древесины. Блин, мне срочно нужно искать способ восстановить свои отряды, потому что они просто с безумной скоростью у нас погибают. Либо нужен какой-то герой, который будет сражаться в передних рядах, как я говорил. Так, а что это вообще такое? Zagros Mountains. Ага. Так, и тут отряды бандитов. Так, ну давай, может быть, попробуем зайти куда-то. Что у нас тут есть? Какой-то... А, гранты. Это что-то вроде троллей. Слушай, ну давай, наверное, сначала зайдем. Это кто вообще? Это фракция Бахат? А что она тут забыла? Довольно странно. Но при этом я не могу к ним подойти, потому что у нас с ними довольно неприятные отношения. Так, ну мы сдали какой-то квест, и сейчас мы можем... А, походить где-то тут в округе. Может быть, что-то найдем интересное или... Или кого-то. Так. Давай тогда вниз спустимся. Может быть, там будут интересные ресурсы или противники. Так, ну вот. Смотри, статуя героя или что это? Ах ты. Бандит. Ну, это один отряд бандитов, поэтому... Ну, в смысле, крестьян. Так что это не так тяжело будет. Так, отлично. Уже половину убили, и один остался. Все. Так, ну и вот, 38 монет, и что там по ресурсам? А по ресурсам вроде бы как ничего. Так, смотри-ка. Ага, то есть вот сюда мы можем отправиться вместе со своим героем. Давай его тогда выберем и попробуем... Ага, то есть это... Это получается у нас гвардс. Ну, судя по всему, там обычные наемники. Так, погоди-ка, давай они подойдут к нам поближе. И мы уже начнем свою атаку. Оп. Так... Отлично. Так, теперь взрыв. Ну, смотри, вроде бы как... Вроде бы... Эх ты, перевес в нашу сторону. Телепорты, телепорты, телепорты. Добиваем, добиваем. Эх ты, последнего не успел добить. Так, 2000 опыта. Ну, это не так плохо. Мы убили всех стражей и получили еще одного. Смотри-ка, это вообще кто такая? Хилен Мейт. То есть она... Ага, в дальнейшем прокачивается на, господи, какую-то ведьму. А, то есть она может кидать свои снаряды
нанося slow and poison. Ага. То есть она замедляет и также вешает яд на них. И также делает какую-то атаку, которая, кажется, то ли проклинает, или что это? Unsent and unknowable. Ну, вроде бы, да, там что-то наносится. Ну, вроде написано Eldritch Curse, то есть это проклятие. Так, и вот это у нас как боец ближнего боя. Слушай, ну не то чтобы она мне нужна была. Я бы скорее как-то ее пожертвовал на опыт. А, так, погоди-ка, комбайн. Смотри, мы можем ее соединить, получается. То есть мы вот-вот выходит... Так, комбайн. И соединяем вот с вот этим вот отрядом. И что, у нас получится это сделать? А, нет. Говорят, что нужно два отряда одного типа. То есть они не подходят под объединение. Как бы это не было прискорбно. Так что да, нам придется что-то придумывать. Ну давай тогда, может быть, как-то переработаем ее на опыт. Что мы можем сделать? Так, а сколько опыта из тебя выйдет? Слушай, довольно много. Давай тогда прокачаем своего героя, действительно. То есть вот, мы получили почти ей уровень. Смотри, и вот эту мы тоже можем переработать на компост. Так, ну вот. Опыт, и в итоге мы ее прокачали. Так, либо мы можем прокачать один из своих отрядов. А, слушай, ну... Я даже не знаю, правда, кого прокачать нам. Давай, может быть, тогда прокачаем... Так. Ее, может быть? Нет. Давай все-таки героя. Герой нам сейчас важнее. И, как я говорил, мы теперь можем ее прокачать. Прокачать сколько у тебя? 2 очка. 1, 2. Либо мы можем, например, взять вот Клифф. То, что теперь он у нас наносит всегда критический удар. Так, ну, давай, может быть, ей наберем агилити. То есть она у нас с большей вероятностью будет уворачиваться. Хотя смотри, вот тут можно было бы еще прокачаться. А либо мы могли бы ей... Что еще сделать? То есть тут у нас 5, 5. И затем атаки, которые еще также... вампирят. Слушай, ну... Вообще атака неплохая. С другой стороны, и повышенный шанс у ворота ей бы тоже пригодился. Поэтому давай, наверное, все-таки прокачаем Evade. И затем уже все остальное. Вот, еще один уровень, и у нас будет повышенный шанс у ворота на 10%. Что, в принципе, тоже вполне себе неплохо. Так, и, конечно же, наш герой. А у нашего героя... Так, что есть? Увеличенная сила, либо... Увеличенный шанс у ворота. Что мне на самом деле больше нравится. Конечно, мы можем и тут прокачать что-то. Смотри, увеличенный шанс крита. Но давай, наверное, все-таки вот это прокачаем сперва. Так. Ага. То есть Shadow Form. Либо... Смотри, что у нас тут есть. Увеличивается урон от взрыва. Ну, тоже вполне себе. Но я думаю, сейчас пока что прокачаем себе у ворот. Потому что мы чаще всего в передних рядах сражаемся, там также с какими-то героями бывает. И да, живучесть нам вполне себе важна. Так, а мы тем временем отправимся куда-нибудь в левую часть карты. Давай тогда попробуем. Так, Limestone Flower. Отлично. И что у нас тут есть еще? Так, смотри-ка на это. Ну, тут вроде бы ничего особого-то я не вижу. Но давай тогда отправимся, может быть, в лагерь бандитов. И там уже как-нибудь прокачаемся. Так, он как раз-таки должен у нас быть рядом. Так. А это еще что? Какой-то лагерь? Рекомендуется уровень 7. Ну, давай попробуем. Так. Отлично. Давай, может быть, скажем им... А мы можем сказать им стоять тут? Да, отлично. Тихо.
Оп, телепорт. Так, все, пускай атакует. Взрыв. Так, телепорты, телепорты, телепорты. Не можем уже больше телепортироваться? Нет, не можем. Ну, тогда надо убивать вот этих вот ребят. И смотреть, что из этого получится. Получится, получится. Так, еще один остался. Так, отлично. Ты посмотри на это. Я, правда, не понял, как делать формации и можно ли их вообще делать. Но в дальнейшем, возможно, узнаем. Так, там еще, кажется, кто-то есть сверху. Так, погоди-ка. Ну, вроде бы это все. Отлично, давай тогда посмотрим, что у нас вообще с оружием есть. И есть ли возможность поменять на что-то еще. Потому что наше копье, оно довольно слабое. И уже пора бы как-то поменять на что-то. Так, вот у нас тут есть молот. И вроде бы... Да, это все. Конечно, копье тоже неплохое. Плюс 6 агилити. Но, блин, молот как-то посильнее. Хотя не совсем сильнее. Он, скажем так, на 5 урона больше наносит. А это совсем копейки. Так, постой, а что у нас тут есть? А, да, у нас тут есть лагерь какой-то. Давай туда сходим и посмотрим, что там вообще будет. Так, воздушный маг. И у нас тут торговец. Так, что ты хочешь, комиссию? Блин, я не хочу выплачивать тебе комиссию, слушай. Эх ты. Или все-таки выплатим, чтобы купить себе древесину и прокачать немножко отряды. Давай выплатим. Так, да-да, привет. И смотри, у него есть какая-то коняха тут. На 40 увеличивает скорость передвижения. Также тут есть какие-то цветы у него. Но древесины я, к сожалению, не вижу. Немножко какого-то вина. Так. Ну, слушай. Его, конечно, можно было бы себе взять, но зачем? Так. В общем-то, я не вижу ничего у него тут интересного. Хотя, смотри. Кинжал какой-то или что это? Агилити плюс 14. Слушай, ну, вполне себе неплохо. Давай, может быть, возьмем тогда и поменяем. Battle Arrow. Это меч, получается. Блин, 150 монет. А мы можем тогда поставить вот этот вот меч своему герою? Погоди. То есть вот мы его купили. И ты... Можно? Нельзя? Да вроде бы... Да я думаю, heavy weapon. А, ну слушай. Давай попробуем. Может быть получится, кто знает. Так, и вот, собственно говоря, у нас вот такой вот кинжал. У него довольно неплохие такие бонусы. Давай попробуем его взять. Так, погоди-ка. Вот мы взяли. Отлично. Так, тогда посмотрим, сможем ли мы экипировать его на героя нашего. Вот у него сейчас белый такой меч. Так, нет, такой он не может использовать. И такой тоже не может использовать. Блин, я просто так потратил 150 монет. Эх ты, ладно, тогда вот такой кинжал возьмем себе. А она у нас... Да, не может экипировать. Эх ты, эх ты. А с тобой можно говорить? Скажи, пожалуйста. Наверное, через отряд как-то все это можно. Да, диалог. Что ты хочешь от меня? А я могу тебе что-то подарить? Нет, нет. Ничего не можем. Ладно, давай тогда попробуем найти что-нибудь. Какая-то ведьма. Тут нету нигде древесинки. Какой-нибудь древесинки бы нам. А то постоянно с древесиной у нас, скажем так, напряженка. Так, ну давай тогда на карту посмотрим. Тут в левой стороне что-то, кажется, есть. Так, какая-то трава. Тут у нас ничего. И, по сути, да. Как-то пустынно, я бы сказал. Хотя мы в пустыне. Так, ну смотри, мы можем спуститься вниз, и там сверху у нас лагерь бандитов. Я не скажу, что я восстановился своим отрядом. 3 из 5. Слушай, ну... Вообще сейчас нападать на кого-то? Ну, да, не получится. Рестор.
восстановить я их никак не могу. При этом. Эх ты, зелья бы какие-то нам, или травы. Ну ладно. Давай тогда попробуем зайти в еще одну деревеньку, и там уже посмотрим, что вообще будет. Так, погоди, а что у меня там есть? А, так. Увеличивает скорость и скорость атаки. Ага. Ну да ладно. Давай тогда вниз. Так, вот у нас тут травка есть. Так, погоди-ка. Угу. Еще трава. А это еще что за отряд? Нет, это, кажется, какие-то фермеры. Так что нам это неинтересно. Так. Слушай, мы могли бы тут сразиться и получить, возможно, какую-то броню или оружие. Давай попробуем. Да и заодно прокачаемся. Что ж тут. Так, сразу там должен быть какой-то герой. Ух ты ж, скотина, смотри. Оп, отлично. Так. Ах ты, что ты будешь делать? Так да что ты? Ты какой живучий-то. Отлично. Так, ну и давай немножко постреляем в него. Ах ты ж, блински. Телепорт, телепорт. Так, 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 эх ты. Да. Отлично, мы сейчас в инвизе? Да, в инвизе. Так. Да, ах ты, телепорт, телепорт, телепорт. Отлично. Ну, осталось у него уже чуть-чуть, я думаю, мы его добьем автоатакой. Ну, попытаемся. Ты же, блин, смотри, какой живучий гад. Эх ты, 32 монеты. И что нам дали? Сейчас посмотрим. Зеленая броня, зеленая броня. Это значит, что мы можем переодеть своего героя. Смотри-ка. То есть сейчас у нее броня на 7 уровень, а это на 10. Но она при этом увеличивает рекавери какой-то. То есть, ну, вроде бы что-то полезное. Давай оденем. А на нашего героя у нас есть вот такая вот накидка. Но она на 14, а мы, соответственно, 13. Но почти получили уровень, так что скоро переоденемся. Так, тут есть... Подожди-ка. А что ты хочешь? Так, а он хочет, получается... Угу. Ну, давай дадим ему монеты. И у нас есть возможность... А, сразиться с этой вот собакой. Так, давай-ка. Отлично. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Что ж ты будешь делать? Убили, убили, убили. Ага. Если честно, мне больше нравится все-таки ближний бой, чем дальний. Поэтому я бы поменял все-таки оружие. Так. И вуаля, мы с этими справились и получили вот такие вот монеточки. Кстати, а что за броню он нам дал? 480 жизни, 2 агилити и 3 стамины. Ну... Сказать бесполезное, это ничего не сказать, ну да ладно. Так. Посмотри на это, цветы какие-то. Так, и тут у нас есть лагерь. Очень не лагерь, а что это, шахта заброшенная? Ну, давай тогда ее исследуем. Тут какие-то твари у нас, судя по всему, обитают. Так, ребят, ребят, подождите. Ох ты ж боже! Так, и лучники! Господи, боже мой, сколько их тут! Так, 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 так. Так, блин, оглушили уже кого-то. Так, ладно, ладно. Давай тогда попробуем быстренько добить их. Я думаю, что я не подбегаю, а потом вспоминаю, что я, оказывается, взял себе дальний бой. Ладно, неплохо. В целом неплохо. Так, ну, наших они, конечно, сильно бьют. Поэтому давай попробуем. Эх, ты промахнулся! Конь паршивый. Сейчас попробуем к нему телепортироваться, получилось. Так, но этого мы не добили, так что придется нам теперь побегать. Так, 703, эх ты, еще немножко бы. Блин, они всех моих почти завалили. А что с героем-то? Так, блински, дайте мне другое оружие, я с этим не могу воевать. 95, ну, мы били, конечно, сильнее со своим копьем. Куда сильнее. Так, отлично. Телепорт. Так, 45, 45. Ну, эх ты.
Да, урон, конечно, копеечный. Так, сейчас телепортируемся. Постой, успеем? Успели. Так, взрыв сделаем небольшой. И в целом тут осталось их добить. О, господи, ты посмотри на это. Там, судя по всему, всех наших почти убили. Да, осталось, конечно, тут коняхи. Эх ты. Так, и куча лучников, просто страшная куча лучников. Эх ты. Что же я буду делать? Так, этого не добили. Эх, та-та-та, какая же у них атака неприятная. Так, давай тогда сюда кинем свой меч. Оп, телепортировались. О, боже. Так. Подожди. Отлично, взрыв. Та-та. Фу. Конечно, нам бы кого-то добить не помешало. Там лучник, кажется, был снизу. Эх ты. Да, успел. Успел. Отлично. Фуф. Ну, про это я и говорил, что выживаем мы вроде бы как неплохо. Мне бы, конечно, эликсир не помешал какой-то. А, но я даже не знаю, поможет ли мне он в моей-то ситуации. Эх ты. Так, какой-то раненый. Мне нужен самый раненый, пожалуй, из них. Вот ты. Спасибо. Ты теперь... Давай. Эх ты. Эх, успел. Фу, 60 маны. Нам бы, конечно, ворота еще иногда делать. Было бы неплохо. Так, добили. И осталось еще, ну, в принципе, довольно много, ребят. Так, давай-ка добьем вот этого вот. Эх, ну, чуть-чуть. Во, успел. Отлично, теперь бросить бы нож в кого-нибудь и телепортироваться уже. Если, конечно, мы сможем. Так, отлично, телепорт есть. Фух, и теперь надо его добить. Теперь надо его добить, если, конечно, у нас получится. Так, ну, давай. Не получилось. Конечно, там снарядов летит в меня довольно много, я хочу сказать. Отлично. Телепорт. А теперь добьем его. Если, конечно, получится. Не получилось. Мне бы туда нырнуть, внутрь. Погоди. Получилось? Нет, не получилось. Промахнулись. Ну, возможно, он был слишком далеко. Но вот поэтому мы попадем. Так, отлично, сразу перезарядили способность. И теперь нам надо кого-то вот из этой кучи. Давай. А-а-а, промахнулся. 115. Ну, слушай. Давай тогда вот этого заберем. Он как-то выходит из их круга, поэтому он, в принципе, довольно легкая цель. Так, стой. Эх, промахнулись. Так, там был кто-то раненый, я видел. Вот ты раненый. Отлично, телепорт. А, вот поэтому надо. Ах, остался-то на 1%. Ну, что ж ты будешь делать? Эх ты, даже не добил так его. Успел. Ну, теперь у меня 100 энергии. Ладно, надо было качать спирит. В общем, погоди-ка, успеем. Отлично. Так, и теперь телепорт. Так. Фуф. Постой. Эх ты, это... Добил. Да, ну вот про что я и говорил, что выживаем мы хорошо. И даже восстановили себе здоровье кое-как. Но все-таки неприятно, что у нас весь отряд погиб. Это такое себе удовольствие. Так, стой. Промахнулся? Да, промахнулся. Эх ты, ладно. То есть давай вот так вот сделаем. Ох, ты ж божечки-то мой. Отлично. Теперь вот этого. Так, и чё-то я как-то зазнался. Давай попробуем немножечко отбежать и уже восстановиться. 105, 130, 150, есть. Теперь могу использовать свою дальнюю атаку, если, конечно, кто-то из них встанет. Вот ты встал. Отлично, восстановились. Так, вот ты. Супер. И теперь мы можем использовать телепорт. Ну, можем, в принципе, и обычный. Если, конечно, попадем атакой по нему. Попал. Так, ну... Да, давай тогда вот тебя попробуем добить. И после уже можно тебя бить. Да, отлично. Так, раз. Ну, впритык уже забиваю его своими нунчаками. 305, 43. Блин, урон, конечно, просто низерный. 216, 47. Давай уже его так добьем. Так, еще 756.
Да ты что, ты чертов хасашин-то делаешь? Давай, к нему хочу. Да, добил. Так, и еще один остался. Ну, я думаю, тут уже мы справимся с двумя-то. Даже для такого класса, как мой, вроде бы это не такая уж сложная задача. Так, вот он там промахнулся, и давай мы теперь тебя просто застреляем. Ну или, я не знаю, вот тебя способностью. О, господи, конечно, просрал весь свой отряд, но что поделать. Слушай, действительно, почти весь отряд свой в трубу, так скажем. 3 из 5, 2 из 5, 3 из 5. Вопрос, с кем мне теперь бегать? Потому что весь мой отряд, он, ну, выглядит как, в общем, побитое нечто. Ладно, давай-то попробуем вот этих вот ребят прокачать. 70 древесина нам не хватает. Так, а вот ты прокачиваешься? Скажи, что да, потому что иначе это весьма грустно будет. Так, ну вот, нам нужно куча древесины, 94. Да ёлки-палки, откуда я возьму столько древесины? Я уже пытался поторговаться, но мне там предложили какие-то сухофрукты и все. Так, ладно, а тут у нас, кажется, еще какой-то непонятный город. Да. Ну и в целом у меня с ними репутация не очень, поэтому они на нас скорее нападут. Так что пошли вниз и посмотрим, что же там будет у нас. Так, а тут у нас какой-то шатер. Подожди, я же туда с героем отправлюсь, да? Да, пати из 4 человек. То есть мы можем взять с собой героя и отправиться уже против стражи. Посмотрим, на что нас хватит. Погоди-ка, пускай они подбегут поближе. И мы уже их закидаем своими снарядами и прочим. Так, начнем, пожалуй, с этого. Потом телепорт, потом вот так вот и взрыв. Отлично! Уже осталось добить. Слушай, ну неплохо так справились. 35 монеток, и мы получим кого-то себе в отряд. Змейка. Змейка, 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 которую мы можем превратить вот в такой вот Вайпер Кинг. Что он умеет делать? Он атакует вдали? Или что это? Ну, судя по всему, да, он... А, это боец дальнего боя, вправду. Ну, слушай, не скажу, что он мне прям нужен. Я бы его... Погоди. А мы можем соединить, интересно? Подожди, нет, не рестор, а... Как же это делается? Комбайн? А, да, почему ты не комбайнишься? А, потому что она не ранена. Все ясно. И этого восстановить мы тоже не можем. Все, я понял. Ну, тогда нам нужна древесина в больших количествах. Потому что сейчас у меня ее 43. Так, а это еще кто? А, какие-то ведьмы. Слушай, я не помню, что за ведьмы такие. Это получается... Слушай, я даже и не знаю, что это за ведьма. Давай посмотрим. Мне даже интересно стало. Апертинс Вичес, ну окей. А, 200 таких монет, 50 древесины и один джейдж. Ну, короче, нет, мне не хватает ресурсов, к сожалению. Так что придется нам пойти в какое-то другое место. Так, а у нас тут есть городок. Давай, может быть, туда попробуем зайти и посмотрим, что там вообще есть. Так, смотри, сколько ресурсов-то. Ёлки-палки, я хочу туда. А как туда попасть? Так, ну, давай попробуем тогда обойти все это дело. Нет, с этой стороны не обходится. Так, трава. И деревня. Господи, боже мой, сколько тут героев! Смотри, Умара, это кто вообще такая? Да, мы можем ее нанять. Так. Какая-то Рик. Господи, боже мой, а что ты хочешь? Мне нравятся романтические... Господи, сколько тебе всего нравится. И у меня ничего из этого нету, ты издеваешься? Ах, вот просто встретил скопище героев, и я ничего им не могу предложить. Ну, ладно, а что ты хочешь? Нет, и для этого у меня ничего нету. Короче, нужно срочно сражаться со всеми, кто тут будет, чтобы набрать каких-то предметов. Так, а что тебе нравится? Нет, для этого у меня тоже ничего нету.
А, смотри, Умара одна осталась. Умара. А что нравится Умаре? Так, ну у меня есть, конечно, какие-то поэмы, которые мы можем ей предложить, но если честно, вот... Вот это вот Рик мне куда больше понравилось. Смотри, какая она миленькая. Ну, ладно, главное успеть. Давай тогда попробуем с торговцем заторговаться. И может быть у него что-то даже будет. Так, ладно. Вот, купим себе возможность торговаться. Так, и что у тебя тут есть? У тебя есть броня. У тебя есть... Крайнкрок... Что? А, я без понятия, что это такое, но давай одну штучку купим. Одну штучку. Так. И что, у тебя древесины, хочешь сказать, нету, да? Да, древесины у него нету. Так. Угу. То есть это можно использовать для создания оружия. Угу. Ну, в целом тут ничего нету, елки-палки, я просто заплатил за комиссию. А, ладно, давай тогда вот это продадим, вот это тоже, и, наверное, вот этот вот меч непонятный, который я купил. Так, и теперь мы можем еще ему продать, я даже не знаю что. А, у нас есть вот такой вот Fireball Wand. Да, давай, наверное, его тоже отдадим. Так, и еще метательные ножи, вот такие вот. И, в принципе, да, это все, пожалуй, что я могу предложить. И давай тогда. Теперь мне нужно срочно как-то найти себе вот эти вот все предметы, чтобы отдать их непосредственно героям и завербовать в отряд. Так, смотри, какие-то тут травы, Lucky Flower. Так, что у нас тут вообще имеется? Есть ли тут какие-то события или противники? Так, ну... Нет, тут я ничего не вижу, к сожалению. Блин, нам бы квест какой-то сделать тогда. Или что-то в этом духе. Что у нас вообще тут есть? А, смотри, собрать какие-то травы. Которые находятся вот... Да нет, я думаю, вряд ли успею. Мне не нашлось ни одной из этой вот травы, поэтому... А, можно было бы отказаться? Нет, отказаться не могу, к сожалению. Так, тут мы уже были. Так, бандиты. Нет, до бандитов я пока не хочу тратить свое время. Я бы, может быть, сходил бы куда-нибудь. Что у нас тут есть? Вот лагерь в правой стороне имеется. Можно было бы туда сходить. Давай тогда, да и попробуем. У нас 43 древесины, и нам чертовски ее не хватает. Эх ты, может быть, найдем где-нибудь в правой стороне? Да, давай попробуем. Так, это получается у нас где-то тут что-то должно иметься. Так, ну... Пу-пу-пу. Нет, я ничего не вижу. Хотя вот есть бандиты. И есть вот такие вот еще бандиты. Интересно, мы успеем до них добежать? Давай попробуем. Так, да, пока что я вижу только один отряд. Отлично. Так, ну и в целом это все. Скажи, что мне дадут какие-то ресурсы, пожалуйста. Нет, вообще никаких ресурсов нам не дали. И нет, 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 нет. Не хочу с ним сражаться. Это еще что? Кажется, нам какой-то эликсир нашли. Погоди. Эх ты, не успел. А, ладно, давай тогда с ним сразимся и посмотрим, что там вообще будет. Так, постой, 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 постой. О, господи, боже мой, нет. Все-таки не успели мы. Смотри, какие у них отряды-то, елки-палки. Только не говори, что у них еще и лучники есть. Нет, лучников там, судя по всему, нету. Но я думаю, это будет тяжелый бой. Так, ладно, взрыв мы сделали. Так, телепорты. Телепорты. Кидаем ножи. Опять телепорты. Бесконечные телепорты. Так, ну, главное справиться с этой конницей, потому что с ней один на один воевать это, ну, вообще не дело. Так, ну и кто тут у нас остался-то? Господи, боже мой, сколько этих скотин-то?
Ну да, в итоге мы чуть ли не в одиночку против них остались. Эх ты, ладно, взорвем сейчас половину тут. Так, постой. Да-да, я тебя добью-то. Так, это на нас все бегут? Да, судя по всему, на нас бегут. Давай тогда тебя добьем. Тебя добьем. Так, получилось. Не знаю, я просто какой-то ножичек в них кинул, и, судя по всему, это было малоэффективно. Господи, меня сейчас разорвут. Так, что нам делать? Там раненые есть среди них. Отлично. Нет, не отлично. Оп-оп-оп, восстановились. А, давай попробуем в кучу телепортироваться. Вот, тут есть раненый. Отлично. Вот так вот. Попробуем сейчас повоевать. Совсем немного. О, боже. Так, это лучник, да? Это лучник. Ну, давай тогда. Вот тут сюда. Оп. И взорвем. Господи, боже мой. На что я подписался вообще? Так, подожди, закрой это окно вообще. F9, мануал, да, закрыть. О, господи, это... О, боже. Так, ну их, конечно, тут очень много. Так, телепорт. Давай, вот. Да я же сейчас умру-то. Так, а что мне делать-то? Я вообще ничего не сделал, кажется. Так, ну, нет, конечно, мы так сможем кого-то добить, но... Слушай, что-то мне подсказывает, что эта битва у нас будет очень долгой. Если мы, конечно, продолжим так воевать. Так, давай-ка попробуем поперекатываться и... Оп, добили? Нет. Ты что ты делаешь-то со мной, скотина? Так, отлично, восстановили немножко здоровья. Давай вот этого добьем. Да что же будешь... делать. Та-та-та-па-па. Ах, так, все, этого добили. Этого тоже добили. Так, ну, дай мне его добить. Отлично. Так, теперь телепорт. Так, и теперь вот... Эх ты ж, божечки. О, господи. Какая же потная битва. Так, я уже немножко жалею, что остался с этой фракцией. Но, ладно, может быть, прокачаем и будет как-то поинтересней. Потому что сейчас воевать против таких вот отрядов мне не очень-то и нравится. Ладно, так, телепортируемся сюда. Господи, боже мой, сейчас меня просто во все, я извиняюсь, виданные и невиданные щели. Так, ладно, восстановились. И что нам теперь делать? Мы тут все битые. И у нас довольно много лучников тут. Эх ты. Ай, ладно, давай тогда попробуем добить кого-то из них. Вот, например, тебя. Так, этого добили, и еще остался мечник. Тебя добьем. Так, оп. Отлично. Сделаем так. Так, добили. Оп-оп-оп. Эх, не получилось. Ну, мы можем сделать взрыв. Ох ты. Сейчас они мне сделают взрыв кое-чего. Так. А кто из вас послабее будет? Вот, может быть, кто-то из вас, да? Но они вроде бы слабенькие. То есть я их бью буквально там за одну атаку. Так что, в принципе, лучники тут совсем слабенькие. Так. Тише. Господи, боже мой, какие наглые, жирные-то скотины. Ладно, против ближнем бою не надо как-то с ними сейчас сражаться. Лучше все-таки оттягивать момент и вот как-то их взрывать. И что-то такое делать. Они вроде бы не столь живучие, хотя, слушай, я не скажу по их внешнему виду. Так. Ох, ты ж. Получилось? Так, еще одного бы добить нам. Вот кого-то из вас. Не получилось? Не получилось. Ладно. Ох ты ж. Телепорты? Так, ну что мне делать-то? Тебя не добил? Может так хотя бы добить? Нет, лучше не стоит рисковать. О, боже мой. Так, давай тогда добьем вот этого вот. Нет, не получилось. Короче, нас станет вот эти вот мечники с щитами. Воины, кажется, не станет, но они зато очень-очень-очень больно бьют. Так, тебя добьем. Так, ты у нас тоже остался. Да что ты... Нет, эх ты, да, добили. Отлично. И у нас теперь есть возможность восстановить здоровье и немножечко оттянуть. Так, погоди. Опа. Взрыв. Ну, какой-то он совсем слабый. Так, оп. Так, погоди. А что нам делать? Так, вот, мы кинули невидимость, и давай добьем вот этого вот. Ох ты ж, божечки! Слушай, да, они очень жирные. Я подумал, что сперва они... Не сказать, что...
такие вот жирные, но нет, они очень жирные, у них очень много здоровья. Так, 700. Отлично, вот теперь тебя добить. А-та-та-та-та-та, отходим. Так, они еще и бьют, к тому же. Так, вот, прямо, эх ты. Так, стоп, оп. Все, взрыв. Че, они убегают, нет? Не хотят? Эх, вы гады. Давай тебя добьем. Ты добьешься, я надеюсь? Да, добился. Так, еще чуть-чуть осталось. Вот это вот еще. Ах ты, хорошо пошло. Давай, все, 1800, отлично. О, зеленый меч. Слушай, я надеюсь, я его смогу дать герою, потому что он заслужил. Ну, я тоже заслужил много чего, но сейчас посмотрим, получится ли. Твой престиж повышен, выбери награду. Давай, наверное, древесину. Древесины мне как раз-таки-то и не хватает. Так, 3 из 5, 3 из 5, 2 из 5, 0 из 5, 1 из 5, господи, боже мой. Давай тебя прокачаем, и я надеюсь... Мне не хватает древесины! Какого черта? Ладно, в общем, у нас тут есть еще вот такие вот... Давай тебя прокачаем. Вот, мы его прокачаем, и он у нас сразу восстановился. Отлично. Так, что еще мы можем сделать? У нас есть вот такие вот ассасины. И да, его как раз-таки... На него у нас хватает ресурсов. То есть, смотри. 70... Ну да, да, хватает. Действительно можем прокачать. Сколько у него? 3300 здоровья. А вот у этого еще к тому же и броня средняя или какая-то. Ну, судя по всему, да, средняя. Давай тогда прокачаем и посмотрим вообще... Ну, мне просто нужны бойцы ближнего боя, потому что иначе, ну, у меня все умирают. Вот, так что, да, ладно. То есть вот, мы немножко восстановились. Ну, как восстановились? А, давай я попробую дать ей меч. Так, диалог. Нет. То есть у меня сейчас есть возможность одеть вот эту вот самую броню на 14 уровень, повысив здоровье отряда на 9%. Это особенность этой брони. И также есть возможность одеть меч вот этой вот дамочке. Да, оделся! Есть! Зеленый меч! Ну, у нее был белый. Понимаете, насколько она сейчас усилилась? Так, и мы можем дать ей вот эту вот броню. Агилити 2, максимальное здоровье 480, и что-то там Нирбли Торнс. В общем, ну, я даже и не знаю, слушай. Мне кажется, зеленая поэффективнее будет. Ну, если у нас будет еще какой-то герой, я одену на него вот эту вот броню. А так, не знаю, вроде бы и так все хорошо. Так, вот у нас есть какой-то Moonlit Dunes. Это, видимо, какие-то поэмы, которым можно было бы отдать. Но вроде бы их никто не хотел. Так, погоди-ка. Так, квест у нас отменился, судя по всему. Так, битва с героем. Отлично, давай попробуем. А, нет, мы уже сражались? Да, мы уже сражались. Эх, 10 из 5 дней... то есть 10 из 15 дней. Давай тогда куда-нибудь сюда. Что это такое? Какая-то трава. И, собственно говоря, вот у нас тут есть какой-то эликсир. Подожди, а может быть эликсир попробовать какой-то дать? Вот, рестор. А, нет, нет, нету ничего, чем я мог бы восстановить свой отряд. Так что придется что-то придумывать. Так, вот, смотри, вульфпак. Ух ты, сколько древесины у тебя тут. Слушай, ну давай попробуем на них напасть. Я надеюсь, это слабенький отряд волков, потому что иначе они мне разорвут одно место. Так, отлично. Так. Эх ты. Да. Ну, теперь у нас герой просто будет разрывать их в мясо, учитывая, что у нее теперь зеленый меч есть. Так, 13. 21 древесина. И всего у нас 36 это древесинки. Ну, на прокачку вроде бы нам не хватит. Так, а это еще что? Погоди-ка. Да, можем взять с собой героя и отправиться уже непосредственно в эту палатку. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Так. Отлично. Давай попробуем. Эх ты ж, божечки. Давай взрываем, взрываем. Слушай, ну сражаются-то она очень даже неплохо. Так. Ну, да. Остались лучники, конечно, которого мы убиваем довольно быстро. Так. Этого убили, и еще осталась пара лучников. Давай тебя убьем, тебя, тебя и, конечно же, тебя.
Она там справилась? Теперь справилась. 42 монетки. И, конечно же, какой-то там отряд нам выдали. Так, подожди-ка, это еще кто? Я таких не помню. А что вы умеете делать? Смотри, в каких они превращаются. То есть они могут стать лучниками, которые, судя по всему... это получается у него бонус к скорости атаки. Это какой-то сильный довольно танк, который умеет, в общем, перенимать внимание противников на себя. И, конечно же, вот такой вот берсерк. При этом он вроде бы как лечит себя или что-то в этом духе делает. Так, ну, слушай, неплохо. Но я их, наверное, все-таки переработаю на опыт. А, правда, я не знаю, кому, себе или герою отдать этот самый опыт. Давай посмотрим, что вообще тут есть. Так, Оникс Вариор. Ага. Так, ну, давай ему, наверное, расскажем. То есть можно ему сказать что-то комфортное, либо рассеять его иллюзии. Давай, наверное, рассеем иллюзии, и в итоге он нас вызывает на бой. Так, ну это довольно, по идее, легко должно быть. Сейчас, погоди. Оп, попали, отлично. Так, и в принципе, ура, мы справились. 36 монет. И, в общем, он у нас погиб. Ага. Я думал, с него что-то выпадет, но нет. Так, ладно. Эликсир сопротивления. И какой-то... Погоди-ка, это еще что? Фу, то есть можно... Сейчас посмотрим, что из этого вообще вышло. Судя по всему, мы выбрали не тот диалог. Так, давай-ка наймем себе в отряд кого-нибудь. А, нет, нет, не получится. А что у нас вообще по репутации? Давай-ка глянем. Ну, смотри, у фракции Дакон 17. У всех остальных тут минус 3, минус 4, минус 6, минус 13. В общем, да, засрали себе репутацию. Ну, ладно. Может быть, у нас еще будет возможность как-нибудь отыграться. Так, смотри-ка. То есть можно отправиться вместе с героем исследовать вот эту вот пещеру. Рекомендуется уровень 5. Так, ну, давай попробуем. Так, и вот мы можем взять с собой героя. И против нас вышли бандиты. Так, ну такой маленький довольно отряд, так что не страшно. Отлично. 31 монетка. Так, и тем временем нам дали железо. Так. Отняли у нас здоровье. Угу. Слушай, ну... Нет, давай все-таки проигнорируем. Опять проигнорируем. Восстановить здоровье. Отлично. Открыть сундук. Немножко древесины. Отлично. Так, и давай опять откроем сундук. Неплохо. Это, вот это вот совсем хорошо, потому что мне вот этот ресурс как раз-таки и нужен. О, боже мой! Опасный герой. Смотри, что он делает-то. Ёлки-палки. Так, ну мы, благо, с ним довольно быстро справились, потому что он был низкого уровня. И нам дали какую-то броню. Так, а что за броня-то? Броня на 3-й уровень, ёлы-палы, ну могли бы что-то и получше дать. Еще тут какая-то есть мап-фрагмент, я без понятия, что это такое, но допустим. Что ж, на этом, пожалуй, все. Кстати, как вам Пески из Альзара? Лично меня игра довольно сильно зацепила. А как вам? В любом случае, ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте оставлять комментарии. Что ж, пока-пока и до скорого. Берегите себя и своих близких.